Повестку Астанинского экономического форума обозначил министр Тимур Сулейменов. По его словам, мировые эксперты определяют новые вызовы, которые стоят перед странами, в особенности развивающимися. К их числу Сулейменов перечислил и Казахстан. Ну, ключевой вызов, который стоит перед Казахстаном, он, с одной стороны, экономический, наверное, самый главный, потому что мы знаем, что мы относимся к ряду государств с развивающейся экономикой. У нас есть вполне конкретные планы, как мы попадем в страны, которые будут считаться развитой экономикой. Но самый главный вызов, который стоит перед нами, это не попасть в ловушку среднего дохода, не зафиксировать свою технологическую, ну не отсталость, а технологический статус-кво. В Астану на сей раз съедется рекордное число делегатов – свыше 500. Экономический форум стартует 17 мая и продлится 3 дня. Мы их собираем здесь, в Астане, с тем, чтобы первые 2 дня они работали над вызовами в их глобальном понимании. И последний день, 19 мая, они работали именно над адаптацией совместно с нами, совместно с казахстанским экспертным сообществом, над их адаптацией непосредственно к нуждам нашей страны.